Я вас приветствую, дорогие друзья, дорогие любители, поклонники Generals Zero Hour. С вами канал Bliard TV. И прежде чем мы начнем с вами обозревать эту интересную и необычную игру, у меня есть к вам небольшая просьба оставить комментарий. Конечно же, досмотрите ролик до конца и обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Самое главное, помните, что только благодаря вам нас становится больше и наша любимая игра становится популярней. Ну а на ваших экранах карта No Money. Да, необычно, как раз таки потому, что No Money. Был у меня такой один топ-реплей, был достаточно давно. И еще интересно, потому что с моим участием и с участием модератора канала Бумбэя мы играем в команде против Сушиста и Итса. Именно такой был ночной бой. Сушист вызвал на матч, скажем так, до 5 побед. В команде с Итсом он хотел играть. Ну и начнем, друзья. Справа Сушист играет за глаз секретные войска. Итс играет за США ВВС. Пошел уже от американца дроп. Я играю за Китай ядерное оружие. И Бумбэй будет сражаться за США сверхмощное оружие. Ну что ж, неплохой дроп. Сразу же дозер хант. И минус второй дозер. Хорошо начинает играть Итс. Сразу хотел нас выбить из колеи. Ну и идут ракетчики от Бумбэя. Великолепный лазерлок. Минус дроп. Неплохо. Ну, потеряли два дозера. Грубо говоря, в каком-то плане окупился дроп. Ну, а с другой стороны, так глупо слился. И ответный дроп от Бумбэя. Никаких аврор мы со старта не увидим. Мы договорились играть этот матч без каких-либо вообще правил. То есть, строй что хочешь. От меня зашел шикарный саппалтрак. Как раз таки я не просто так в центре суплай построил. Да, и давлю ребят, которые, ну, единственная, скажем так, экономическая надежда и должна захватывать вышки. Я думаю, что есть еще деньги у Сушиста. Да, еще есть, не то чтобы захватить свои вышки. Хороший дозер, и Бумбэ теряет почти весь свой здесь дроп. Неприятно получилось. Также мой саппалтрак тоже минус. И интересное решение от Итса. Понятно, что он эйр. Эйр здесь очень силен. Сразу же пошел в команче. Посмотрите, и отбивает все эти наши ответные раши. Для нас на самом деле очень приятно, что не успел Эйр пойти в быстрый стратегический центр, потому что Эйр здесь считается, наверное, самый сильный генерал, так как у него сразу же со старта имеется повышение. Это в виде ковровки. То есть ковровка сразу прилетает, накрывает, допустим, три здания, и я в стиле китайца уже остаюсь вообще здесь ни о чем. Тем более, если еще и забирается вдобавок дозер. Да, хороший команч. Я уже сделал гатлинг, естественно, оценил всю эту ситуацию. Пошли все-таки захваты у ребят. Мы свои вышки тоже захватили. У каждого игрока находится по две вышки, да, кто не понял изначально. Это и есть вся экономика. Вторичную экономику здесь можно строить. В общем, тут никаких нет вообще границ. Опять пошел дроп от Бумбэя. Мой дозер простаивает. А, понял, я коплю на ядерную ракету. Ну, я так решил, ну, раз нет никаких ограничений на правила, почему бы не построить ядерку? Действительно. Да, и на самом деле вот не стал продавать свой КЦ и скилл. Мне кажется, зря он это делал, потому что мог бы уже отстроить стратегический центр. Опять дроп от Бумбэя. И нужно контролить, конечно же, команч здесь. Ай-яй-яй-яй, ракетчики бьют в электростанции. Посмотрите, как неприятно-то получается. И выходит, что Бумбэй опять дропнул неудачно. И здесь даже не понять, то ли он ошибся, то ли просто удачная электростанция, которая перекрыла весь этот лазерлок. Жесть просто. Захватывают ребята свои вышки. Все у них налаживается с экономикой. В пробивную будет не пройти. Сразу здесь есть оборона. Я решил не играть через быстрый нюк кэнон. Да и тем более играть через быстрый нюк кэнон, я считаю, в этой игре немножко бесполезно. Филд есть у Эйра, и он будет постоянно выбивать эти нюк кэноны. Так, еще один дроп. Попытка, наверное, выбить рейнджера, но ракетчики не успеют. Нужно было с собой брать Бумбэя у рейнджеров как раз-таки. Ну, справляются ребята, конечно. Опять же, их сейчас просто зажмут. Уже два команча работают, и нужно поработать по вертушкам. Да, хоть и без лазерлока, но минус один команч. А вот второй команч, который уже набрал, к сожалению, для нас две лычки, справляется с этой задачей. Кстати, что самое интересное, Бумбэй всю эту игру играет без дозеров. То есть его полностью задозерхантили. Именно поэтому он только дропы и делает. Ему больше ничего не остается. Вся надежда группы вот на мой один дозер, да, и на дропы Бумбэя. Ну и также появляется ядерная ракета. Что самое важное, потому что именно на ней сейчас большие надежды. Я ее построил с той целью, что можно будет врагам выбить вышки. Единственный, скажем так, доступ экономики. Да, и уже такие дропы не прокатывают. Стингеры, вот, кстати, угадал же, да, Сушист с этими дропами, и все.
стингеры перекрыли все дропы, теперь Бомбей не может никак оказывать давление на тыл базы врагов. Ставится второй военный завод от Сушиста, нежели сейчас будет жесткий спам. И есть командный центр у Эйра, то есть он дойдет до третьего ранга, у него будут все повышения. Знаете, несмотря на эту ядерную ракету, ситуация у правой команды вообще неплохая. Вот на самом деле. То есть, в принципе, здесь выбивается раз энергия, выбивается два энергия. Можно сделать это все ковровкой, опять же, но почему-то Итс пока до нее не доходит. Дворец уже отстроился. То есть, действительно, здесь ковровка все зарешает, потому что оставить меня без энергии, все, ядерка тут ни о чем. Ну, у меня две энергии, кстати, я запасы. Я примерно предполагал этот момент, поэтому решил запасти. И пока пошел небольшой такой простойчик. Нет, пошел раптор летать. Нет, садится. Я думал, что хочет за дозерхантить полететь, но не получится. Я же гатлинги вывел. К сожалению, фаербейс тоже не достроить, и вот... Пехоткой Бомбей начинает двигаться здесь. Установлен маяк. Установлен маяк. А, показывает Суши, что я сейчас буду что-то пытаться подрывать. Нет, ну тут подрыв, наверное, точно не прокатит. Посмотрите, готлы стоят. И пошел Нью Кэнон. Да, я все-таки решился на это действие. Понимаю. Ой-ой-ой, в стелсе команча радаров-то нету. Вот это мы накосячили. Или даже скорее я накосячил. Я не построил ни одного аванпоста. И да... Дорогие друзья, косяк с моей стороны очень грубый. Минус дозер, минус казарма Бомбея сейчас, может быть, ракетчики все валятся. Я ставлю маяк. Боже мой, Владос, посмотри, что творится. Ну и гатлинги, конечно, отправил. Но уже поздно, все, я остался без дозеров. Хорошо, что есть запас электростанции. То есть, если в скором времени пойдет... Да, я тут начал уже работать... С Нью Кэноном его, правда, убили. Справились с команчами. Команчи добили последнюю казарму. И остается у Бомбей электростанция с суплаем. Больше ничего нету. Ну, вообще в такой ситуации, конечно, ему уже нужно сдаваться. Вот. Он пока решил не сдаваться. Почему он не сдается? Я думаю, что, ну, буквально через пару минут вы это узнаете. И все, продался здесь. Поглядите, дворец стелса. Скорее всего, Итс сказал, давай ты отменишь здесь дворец, я поставлю свой стратегический центр. Он будет с гаубицей, если что, пробивать против моих нюк-кэнонов, а дворец будет в тылу. Ну, все грамотно, ребята, распределили. Так, технички здесь сливаются, хорошие лазерлоки, еще есть чем воевать. Подрыв в никуда, гатлинги мы также прикрывают. Ну и вся надежда, ну, конечно же, на ядерную ракету, на мой военный завод и центр пропаганды. Вот, правда, да, ставлю маяки, очень опасный стратегический центр. И единственное, чего я здесь боюсь, это ковровки. Я попросил Бомбея попробовать отменить каркас, но он ракетчиками не успел, и поэтому здесь уже через эту оборону будет не пробиться. У меня тоже особо юнитов нету, одни гатлинги, а аванпосты. Ситуация, конечно, для нас сейчас мега плачевная. Надежда только, вот опять же повторяюсь, на ядерную ракету, ну и может быть... Получится, что там творить нюк-кэнонами. Хотя должен стартэк-центр пробивать этот нюк-кэнон. Но я, кстати, вовремя повел. Сейчас заранее пытаюсь его убить. Хотя, думаю, ковровка все равно будет запущена. Так, шикарно просто. Минус куча ракетчиков, минус подрывники. Пока еще у всех первый ранг. И, кстати, посмотрите, какой дамаг жесткий. Все, остался один залп. Но не успела ковровка от Эйра полетела. Минус военный завод, минус центр пропаганды, минус электростанции, минус казарма. У меня остается тут три здания, жесть. Просто одна ковровка, я почитал, потерял четыре здания. Вы только прикиньте, насколько это вышло для меня дорого, да. И минус, конечно же, нюк-кэнон, правда, размен на вертушки. Что ж, ну, остается военный завод, ядерная ракета. Бомбей будет опять пытаться дропнуть. Целый чнук на этот раз долетел с дропом. Наконец-таки прокатило. Тут одни ракетчики. Есть рейнджеры, кстати, неплохой очень дроп получился. Там, правда, у Ица есть. Нет, нету флешек. А, это Бомбея флешки, слушайте. Прекрасная попытка перехватить военный завод здесь. Но подлетает команч, который плохо контролируется. Правда, ракетчик справляется. Лазерлок наводится. Правда, вышла техничка, которая помогает. Да. В общем, действительно, идея и попытка была шикарная. Но, к сожалению... Не прокатило. Опять же, мы в минусе. Но ждем, дорогие друзья, залп ядерной ракеты. Он будет через 50 секунд. Я пошел драконами в попытке как-то обезвредить эти стингер-позиции. Но здесь еще есть норочки. Я этого не учел, поэтому да. Будет сливаться мой дракон. Сразу же просто мигом его уничтожают. Гатлинга чуть-чуть выходит из-под контроля. Увожу. Ну и технички пошли еще. Пошли технички убивать ресурсный центр. Тут ресурсник стоит только ради мин.
Подрывники, опять же, неудачно действуют сушисты, не получается добить этот суплай. Так, вновь какая-то попытка будет от бомбы за... рашить, попытаться. Ну, тут такой дроп уже. Да, добивает раптор этот ресурсный центр. Теперь все, проход свободный. У меня есть кое-какой спам. Вообще, один раптор минус военный завод. Ну, по сути, легко убить здесь. Ядерная ракета готовится к запуску. И запуск должен сейчас начаться от меня. Конечно же, я запустил по вышкам Эйра, чтобы он не спамил рапторы, чтобы у него не было денег отспамить, точнее построить еще стратегический центр. У него как раз таки нету денег, у него всего 2200. То есть ему тут продать, попытаться, не знаю, может казарму, чтобы 250 долларов получить, и тогда можно построить стратегический центр. Но посмотрим. Посмотрите, пошел спам чинуков от Бомбея, у него больше пехоты совсем не остается. Как раз таки в этом и заключается его мысль. Я теряю свои последние электростанции, поэтому... ядерная ракета, к сожалению, будет отключена. То есть, ну, она свое сделала, минус вышки, также теряю, остаюсь без экономики. Пытался, конечно, готлами догнать спектр ганшип. Ну и, дорогие друзья, такая, знаете, достаточно интересная получилась игра. Сдается Бомбей, оставляет мне куча, просто куча, посмотрите, чинуков. И, как говорится, дроп последней надежды полетел от Суплярыча. Бьет еще А10. Минус один гатлинг. У меня остается три здания, в принципе. Здесь полноценные две базы. Правда, у Эйра не осталось денег совсем. Ну и полетели, да? Или еще нет? Так, зря полетел тут раптор. Я высаживаю пехоту, засаживаю еще один гатлинг. Один гатлинг остается на защите. Вдруг полетят невидимые команчи. Пошел полет, это, ну, действительно последний дроп надежды, больше не на что рассчитывать. Бомбей просто красавчик. Перед тем, как сдастся, он все-таки сделал полезное дело. Минус здесь подрывники не смогли зарешать. И пошло, дорогие друзья, три дракона вместе с этим совсем дропнулось. Пошла просто мучачача полная на базе Эйра и стелса. Все поджигается. Конечно, в этот момент я мало рассчитывал на что-либо, что пройдет это, да. Но это прошло, и Эйр практически минус. Да, дорогие друзья. Одно единственное действие. Команчик контратакует. Не зря оставил гатлинг, плюс помогает ракетчик. Минус два команча. Жесть. Набираю три лычки. Мой гатлинг, он уже ничего не пропустит. Остается всего два здания у Эйра и у стелса. И минус Итс. Да, он сдался, отдал свой филд. Но у меня по юнитам тоже все плохо. Каленый один аванпост и два поста. Вот один аванпост остался. Один дракон остался, много пехоты, можно их задействовать. Это последнее здание сушисто, и наполовину каленый дракон начинает поджигать. Еще есть какие-то шансы отбиться здесь, но получится ли? Все, совсем каленый дракон, да. Это GG, дорогие друзья, и, ну, не буду себя особо хвалить. На самом деле, если бы не командная работа, если бы Бомбей не оставил мне просто здесь чинуки, то, конечно, ничего этого не получилось бы. А так, ну, считаю, что дроп получился зачетный, дроп последней надежды. Как говорится, высадка, да, такая. И мы добыли себе здесь победу. Реплей, не профессиональный реплей, любительский, с моим участием. Если вам понравилось, обязательно комментируйте, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте про группу ВКонтакте и Дискорд канал. Ну, а я с вами не прощаюсь.